Осенью в мексиканской провинции Мичоакан можно увидеть потрясающее зрелище. Миллионы бабочек-монархов летят в заповедник, занимающий 13 тысяч гектаров лесистых гор. Этот вид ежегодно преодолевает тысячи километров, спасаясь от холодной канадской и американской зимы. Здесь, в умеренном климате центральной Мексики, они зимуют и размножаются. В этом году условия для размножения не сахарные, говорит директор заказника Розенда Каро. На микроклимат заповедника повлияла продолжительная засуха на западе США и на северо-востоке Мексики. А бабочка-монарх питается растительностью, которая во время засухи слишком сильно выгорела, поэтому их численность может упасть. По мнению многих ученых, экстремальные погодные условия вызваны глобальным потеплением. Ежегодное представление привлекает не только зоологов, но и туристов и местных жителей. От бабочек зависит успех местного бизнеса. Когда прилетают бабочки, мы наконец можем заработать. Землевладельцы также получают определенную долю прибыли от ежегодной миграции монархов. Весной бабочки отправятся обратно.